Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Тапузлиева. Роста ставок по ипотеке не произойдет. В пятницу правительство страны опубликовало постановление, которое продлевает срок госпрограммы по поддержке ипотеки до 2015 года. Таким образом, банки, которые не успели рефинансировать выданные кредиты, смогут это сделать в следующем году, сообщает портал «Роснедвижимость». По программе банки должны выдавать ипотеку на строящееся жилье по ставке не более 11% в год. В ней участвуют 9 банков, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ-24 и ряд других. Как говорится в пояснительной записке к госпрограмме, причина продления программы – то, что участники не успели в срок оформить закладные и права собственности на жилье, необходимые, чтобы выданный кредит мог быть включен в состав ипотечного покрытия. Дайджест недвижимости. У многодетных семей появится больше возможностей для улучшения жилищных условий. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Министерству регразвития разработать модель закона, который будет регламентировать порядок предоставления земельных участков семьям, имеющим 3 и более детей. Кроме этого, региональные власти должны будут принять меры по развитию жилищного строительства путем создания жилищно-строительных кооперативов, сообщает «Российская газета». Агентству по ипотечному жилищному кредитованию нужно расширить практику реализации специальных ипотечных программ для многодетных семей. Напомню, задача решить проблему многодетных семей появилась в майских указах президента. На конец лета в Кирове для таких семей сформированы около 800 участков. Дайджест недвижимости. По данным портала Росреал, средняя стоимость жилья в октябре составляет 45 400 рублей за квадратный метр. При этом однокомнатная квартира в новостройке обойдется примерно в 1 400 000 рублей. Для сравнения, в Сыктывкаре, столице соседней республики Коми, средняя стоимость жилья в октябре составила почти 69 000 рублей за квадратный метр. На этом все. В студии работала Дарья Тапузлиева. Дайджест недвижимости.